Человек, благодаря которому освоение космоса разделилось на до и после. Сергей Королёв впервые увидел самолет в детстве. В городе Нежине в 1911 году он наблюдал за полетом популяризатора авиации Сергея Уточкина. Это произвело на будущего конструктора такое большое впечатление, что с тех пор небо стало неотъемлемой частью жизни Сергея Королёва. Подробнее о его судьбе и достижениях советской космонавтики можно узнать на выставке, которая открылась на площадке Самарского университета. Его весомый вклад в развитие ракетостроения, в развитие аэрокосмической отрасли, он неоценим. Только благодаря его мощи и благодаря его компетенциям у нас и Россия является передовым, первым в мире производителем ракет и летательных аппаратов. В экспозиции архивные документы, фотографии конструктора, его письма и рабочие материалы. В организации выставки приняли участие и сотрудники архива Российской академии наук. Напомним, что в 2023 году архив РАН и Самарский университет имени Королёва подписали соглашение о сотрудничестве. Мы хотим, чтобы студенты видели, с чего все начиналось, и на исторических источниках видели то, с чего все началось и к чему они будут идти дальше. Сергей Павлович, при всей, он, во-первых, гениальный конструктор и гениальный ученый, во-вторых, он при этом такой же человек, как мы с вами. И то, что делает такой же человек, кем он становится, это наглядный и отличный пример для сегодняшнего подрастающего поколения. Для студентов космической столицы Сергей Королёв – вдохновение и пример. Максим Ульяненков учится на инженера-конструктора. Поэтому изучение наработок известного советского ученого для молодого человека – неотъемлемая часть учебы. Такие выставки, считаю, очень важны, потому что как бы наш университет имени Сергея Павловича Королёва все-таки Сергей Павлович Королёв – великий инженер-конструктор, который привнес очень много, так скажем, разработок, технологий, которые до сих пор используют наши космонавтики не только в Российской Федерации, но и также его наработки используют за границей. И считаю, что такого рода мероприятия очень важны. Познакомиться с биографией и достижениями Сергея Королёва может любой желающий. Выставка расположилась в первом корпусе Самарского университета и будет работать до 28 ноября. Полина Чулюкова, Сергей Баскин. События.